Об этой громкой истории узнала вся страна летом прошлого года. Наш телеканал помог барнаульской сироте Светлане Крюковой. Девушка-колясочница не могла добиться квартиры на первом этаже. Ей предоставляли на 9-м, куда не ходит даже лифт. Благодаря нашему репортажу квартирный вопрос удалось решить. Светлане вручили ключи от долгожданной жилплощади на первом этаже. Даже не верится, вот если честно, до сих пор еще какое-то такое вот. Как будто это я просто приехала куда-то, посмотрела и все. Вот. Ну, прям вот вообще как какое-то волшебство. Следующая героиня, которой удалось помочь, жительница Барнаула Наталья Чупина. Мы рассказывали о ней в нескольких выпусках. Она обратилась к нам после безуспешной двухмесячной борьбы с социальным фондом за протез. Толк подоспел на помощь и придал проблему огласке. В результате женщине установили протез ноги. Сегодня Наталья может жить полной жизнью, встречаться с друзьями, ходить в кино. У меня прям как-то второе дыхание открылось. Просто теперь будет другая жизнь. Надо будет осваиваться, учиться, протез сам за себя не пойдет. От этого трактора осталась только табличка. Тронула сердца телезрителей история погорельцев из Первомайского района. Летом прошлого года неизвестные сожгли автопарк дорогостоящей сельхозтехники у крестьянской фермерской семьи. Наш телеканал рассказал печальную историю. После выхода в эфир погорельцам оказали моральную и материальную поддержку жителей всей страны и даже ближнего зарубежья. Нельзя промолчать и о нашей победной истории. В 2022 году мы рассказали историю барнаульского пенсионера, который почти 30 лет охотился на воду. С флягами ходил за ней на соседнюю улицу к колонке. После широкой огласки к дому пожилого мужчины наконец провели водопровод. Вот, пожалуйста. Это хорошо. Да. Чем этим, как его, флягами ходить? Теперь спокойно подошел, налил, и чай можно скипятить. И суп сварить, и постирать, и не ждать мужа, когда он принесет на себе. На протяжении 5 лет наш телеканал помогает решать и коммунальные проблемы. В рамках флагманского проекта «Коммунальный патруль» удалось решить десятки проблем с отоплением, вывозом мусора и ремонтом теплотрасс. Так, после одного из наших сюжетов к жителям незамедлительно выехали рабочие и начали ремонтировать коммуникации. Помогать людям телеканал продолжит и дальше. Следите за новостями. Валентина Аскерова, «День с толком».